засели и все. А он тут не застрянет. Не застрянет, потому что твердая почва внизу. Спокойно. Алексей что-то хотел? Алешка, водички. А, водички. Что он тут хотел? Да скажи, мы поедем сейчас. Леш, мы поехали еще на На Костровый съездим еще. Дороги там и все же выпечены. Спасибо. Леш, вот по этой дороге, как я ехал, и на Корчета, да? Не, знаешь что, вот лучше, вот сейчас по щебенке опять выйдешь, так. Опять так же поедешь, ага. Вот сюда, и смотри налево. Вот, налево должна быть такой, ну, как дорога туда пойти, между, ну, между полями. Вот так вот. По ней поедешь, она вот так, потом она вот так пойдет, и потом она выйдет наверх, там подсолнухи такой же коридор. Вон где столбы, и она со столбов будет идти. Ага. Все, а то там... есть вот через деревню и левее держаться? Через деревню дорога выведет тебя направо, как мы ехали. Как ехали. Вот, а потом ты вот поедешь на линию, ты смотри, налево должен быть свороток, ну, дорога. Перед линией? Не перед линией, а в это... Перед... То есть я через подсолнухи, через все проезжаю? Не-не-не, ты не доезжаешь, тополинную посадку, которую вот мы проезжали перед линией, ты не доезжаешь. Не доезжаешь. Вот. Ну, метров 200 вот от этого поворота, метров 200-300. И налево дорога. И уже смотри, да. То есть и все, и она одна. Вот, одна, вот так она повернет сюда, а потом... Вон туда выйдет. Здесь не заблудись, смотри, дорога накатанная будет. Там вот по Толмуху, короче, вот наверх. Меня прошлый год по ней провожали, только там вот прям тополинная аллея, и я прям в железную дорогу уперся. Ну, там не надо тебе, вот, тебе здесь. Все понял.